Сейчас сидит в зале, вы сейчас все поймете, о чем я говорю. Где-то прошлой осенью на экранах страны появился кинофильм, который называется «Клич». Его снял замечательный актер и режиссер Сергей Пускипалис. Он сейчас в этом зале. Ну, а мы, группа Би-2 и наши друзья-коллеги Дина Арбенина, Настя Полева, Бразовил, Гарик Сукачев и многие другие сделали саундтрек для этого фильма. «Тише и тише» мне бы хотелось посвятить Пускипалису. Знаю чувство вины по дороге домой, знаю время войны стало ближе, знаю надо мной ангел мой. Оставленный день за последний.